У тебя такой красивый котик. Спасибо, мне очень приятно. Мам, я хочу его. Конечно, солнышко. Юль, моей твой котик понравился, уступи нам его, пожалуйста. Я не отдаю моего котика. Ну, я, конечно, понимаю, что не за бесплатно. 500 рублей хватит, он же беспородный. Нет. Мам, ну купи. Ладно, 1000. Так, стоп, он не отдается и не продается. Не наглей. Ладно, 5000, но только потому, что ребенок просит. Не нужны мне никакие деньги, понимаешь? Для меня кот это не игрушка, это член моей семьи. Как я могу его продать? У всего есть своя цена. Ты не видишь, ребенок плачет. Уступила бы, купила бы себе нового. Себе нового и покупайте. Выход там.